FrestDuck.ru представляет. Зигзаг выигрывает. Нормально? Все нормально. На ковре С победу одержал Ахмед Хаджимагомедов, Россия. А сейчас на ковре С начинаются поединки 1/8 финала весовой категории до 97 килограмм. Артем Гибеков. На ковре приглашаются Уильям Харт, Германия, и Николай Чебан, Молдова. Сейчас борются. Уильям Харт, Германия, и Николай Чебан, Молдова, are invited to match C. Борис! Спасибо. Ну вот только что объявили победу олимпийского чемпиона Шарипа Шарипова, уроженца Дагестана. Сейчас выступает Азербайджан. Ну и настала пора представить вам нашего гостя из далекой Японии. Настоящий чемпионат мира.
это... А где Хазамуй? Магомед! Давай! Да, хорошо! 19 июня начало чемпионата России в Грузии. Приглашаю. Нариман. Наговоре, а